Знаете, у нас как это всегда как в стране устроено? Мы создаем видимость демократии, видимость свободы, у нас видимость всего. И банки это опять-таки частный бизнес, да, и то, что начали отзывать лицензии, у меня многие друзья, в общем-то, даже начались проблемы со здоровьем, инфаркты, инсульты, нервы, я думаю, что это вообще было затеяно зря со стороны правительства, дали бы людям возможность развитию среднего бизнеса вообще в стране наконец-таки.